Насадил наживку. Угу. В воду не заходи, подальше от воды отойди. Залежешь сейчас в воду, Владимир Иванович. Ты уже и воды налил для рыбы. Ты смотри, клюет. Ага. Сейчас поймаю. Тихо, тихо. Не распугай рыбу, дядь Володь. Ты подсекать умеешь? Ага. Ну-ну. Оба. Может, сожрал уже, Владимир Иванович? Не, клюет. Как положено, клюет. Что-то ничего, борода вообще. Надо проверить, может, сожрало. Не, клюет, слышь. Клюет? Угу. Может, ты насадил неправильно? Насадил как надо. Природа, друзья, у нас хорошая. Птички поют. Владимир Иванович одной рукой ловит. Все правильно, дядь Вов. Кто умеет, тот и одной рукой поймает. Может, глубина маленькая? Нормальная. Откуда ты знаешь, какая там глубина? О, ты видишь, там у тебя что? Борода какая-то висит. Поэтому принеси, она опарыш не берет. Опарыш принести? Ну ладно. Сейчас сделаем. Всем здорово, друзья мои. Всем рады всегда. Подписывайтесь. Канал у нас один в Ютубе. Гордей Иваныч. Все остальные шляпа. Фейки, клоны. Объебоны. На рыбалке мы с Владимиром Ивановичем. Смотри, не рассыпь. Дядь Вов. А то хлеб только останется. Ты смотри, отойди в сторонку, чтобы не подскользнулся туда, в эту, в воду. Насадил?
Подальше кидай. Что-то волоса какие-то, я тебе скажу. А, Владимир Иванович? Поплавок почему-то лег. Должен стоять. Поплавок лег. Тащи назад, Владимир Иванович. Слышь, что ли, что говорю? Видишь, уже нету. Сожрала. Ерунда. Сожрала. Сейчас я дам тебе. Ай, блядь. Что же ерунда? Ты что, ловить не умеешь, что ли? А? Как не кинешь, так сожрали. Ну что ты там, никак, что ли, не можешь? Два насаживай сразу. Зачем? Чтобы один сожрет, второй останется. Походу, сегодня никак. Ухи мы не похлебаем. Да бог с ними, пусть ползают, что ты их собираешь, Владимир Иванович? Дядь Володь. Ерунда. Смотри, чтобы поплавок стоял как надо. Ой, блин, ты сейчас меня зацепишь. Опять лежит ерунда. Не поймаешь так. Лежит. Подергивай все равно. Ничего мы тут не поймаем. Только бороду одну. О, видишь, уже сожрал. Угу. Ты насаживай сильнее. Или пойди на хлеб, Владимир Иванович. Хлеб в машине возьми.
На хлеб сейчас сразу клюнет. Почему поплавок у тебя лежит? А? Глубина не такая, что ли? Ты не так сделал. Вот сейчас закинул в правильное место. Сейчас стоит и видно. Опа, тяни. Эх, дядя Володя. Как же ты мог? Сорвалась. Тише ты меня, смотри. Прицепишь сейчас. Поплавок подними. Поплавок подними, другое место закинь. Там трава. В другое место закидывай. Там уже сожрали. А, Иван. Ну что, поклевывает? Поймал, Сергей. Поклевывает. Ну, пока борода. А так бы пора уже. Пару пескариков поймать.
Что, тишина? А, Владимир Иванович, может, хлеб намотаешь? Хлеб принести? Зачем? Ты подальше стань, а то ты сейчас скатишься туда, в речку. Будем вытаскивать тебя потом. Пальтуху жалко намочь. Ни одной называется. Ну ничего, так бывает. Ни одной. Робот, видал, поймал одну. Вот такую. 1-0. Владимир Иванович в его пользу. Карасик. Опа, опа, водит. Эх, рано вытянул, рано, рано, Владимир Иванович. Смотри, мне прицепишь так шляпу. Может, поехали домой? Зачем? Да а что она не ловится все равно? Что тут сопли морозить? Да комаров кормить. Ну вот, Владимир Иванович, опять не то. Смотри, сейчас должен поймать. Комаров тут хватает, конечно, уже. Канал у нас один, друзья, напоминаю, Гордей Иванович, 67 с лишним тысяч подписчиков. Все остальные фейки, не верьте. Много мошенников с такими же каналами. Канал у нас один. Заходите в описание, переходите по всем остальным ссылочкам, у кого какие соцсети есть. Присоединяйтесь, всем рады всегда. Надо перенасадить, Владимир Иванович. Чё-то ничего. И поплавок не стоит опять. Чё он падает? Так не увидишь.
Когда же у нее жор начнется? Когда она начнет хавать, Владимир Иванович? Что-то вообще никак. А ты на рыбалку, на рыбалку. Так, ну это у нас первая часть. Сейчас дальше будет следующая, вторая. Ожидайте, друзья, оставайтесь с нами. Всех с праздником, с Красной Горкой, друзья мои. Всем здоровья крепкого и 100 лет счастья. Пишите, кто с какого города, буду тоже очень рад слышать. Всем по возможности отвечу. Кому лично нужно, пишите в Телеграм, Инстаграм, голосовым сообщением всем. Отвечу на все вопросы. Быть добру. Пока ни одной Владимир Иванович не поймал. И что-то и не пахнет этим делом. Рыбалка это не наша, Владимир Иванович. Не наша. Никак рыба не хочет идти. Рыба же она ученая, Владимир Иванович. Поэтому и никак.